Доброе утро, мои дорогие. Вот сегодня вот такой веселенький день начинается. Ну что-то, сейчас пойду посмотрю, сколько там градусов. Ну, не жарко совсем. Ну, хоть ветра нет сильного, и то хорошо. Ну, высох мой цветочек, но, видите, край вот так вот, с одной стороны. Ну, ладно, выкидывать я его не буду, я его разрисую, куда-нибудь пристрою. Ну, вот. Листочек почти готов. Вот, мои хорошие, специально купила брошечку, чтобы показать, как смотрится. Но она мелковата. Сюда бы, конечно, покрупнее надо. К этим крупным бусинам. Но вот можно вот так брошкой скрепить. И очень будет хорошо смотреться. Ну что, мои дорогие, начала я делать сову. Сделала вот на крыльях декупаж. Хочу сделать полярную сову. Не знаю, посмотрим, вот высохнет. Посмотрим, что пойдет дальше, как. Маська со своими котами, с друзьями, уронил мухомор. И он у меня отвалился. Вот пришлось заделывать опять. Господи, что они тут творят? Я просто не успеваю. Я когда выхожу с телефоном на улицу, они тут же исчезают. Ой, не могу. Вот хороший день-то, но такой ветерочек. Когда не дует, нормально. Ну, как задует, прям холодный ветер. Сегодня звонил Костя мой. И да, мои дорогие. Ну, я боюсь загадывать, конечно, но если все будет хорошо, то скоро я вам покажу полярный день. Опять полечу. Опять кота видите. В общем, я не знаю даже. Ну вот, стюардесса по имени Люба. А это самое смешное. Звонила дочка. Говорит, ой, как хорошо, в Питер к нам приедешь. А то уже щенок вырос. Правда, он уже прям совсем не тот масенький, который был. Ну, в общем, если Бог даст, будет нормально все, то опять я летать буду. Правда, еще не знаю точно, когда. Костя с Таней опять надо улетать. На недельку по делам. Вот. Ну, я, правда, не люблю вот это время в Мурманске весеннее. Знаете, вот у нас же как все. Начинает снег, да, таять, и вот это все дерьмо всплывает. Мы как раз были 3 года назад. В это же время, вот в апреле, в начале мая. Алинку когда возили к врачам. Ну ладно, хоть полярный день покажу вам. И то хорошо. Видите, уже розочки начинают оживать. Хоть и нет жары и тепла особенного, а им, видимо, уже достаточно. Смотрите уже. Тюльпаны, нарциссы. Не боятся холода.
Сядь, сладкий мой, да. Замерз. Трясется. Мичман, стоять! Иди сюда, Мичман. Не плакай. Данте, Данте. Не плачь. Красавчик. Красавчик. Такая штука модная. Да? Муа. А нам обещают, прямо вот сейчас морозно я вышла, и обещают всю неделю холодно и снег с дождем, прям всю неделю. Нерадостно, конечно. Ну, что сделаешь? Что-то там в небесной канцелярии творится. Я радуюсь, у меня нарциссы, тюльпаны. А сейчас звонила мне Ирина из Сочи. Рассказывает мне, говорит, что ты у нас... Тюльпаны с кулак уже цветут, и всякие цветы, и глициния расцветает, и запах такой в городе, говорит, стоит, с ума сойти. Вот так вот. Ой, не могу. Слушайте, совсем как на другой планете. Надо же. Вот так вот. А я радуюсь. У людей уже все цветет. Ну, что делать? Будем ждать, когда у нас зацветет. Да, пчелочки с бабочками. Ой, ладно, мои зайки. Время уже 8 часов. Проморгала я закат. Да не проморгала, проспала. Уснула. Что-то так как-то... Думала, ладно, полежу полчасика. Девчонки, представляете? Я же совсем недавно ложилась... Ну, ложилась для того, чтобы спать ночью. А теперь я так устаю, что могу в любое время лечь, задремать. Ну, сестра моя говорит, что это все сахар. А я думаю, может, это просто старость подкралась незаметно. И ничего не поделаешь. Вот легла я, все, задремала. Ну, немножко, ну, 40 минут. Мне Ирина и говорит, а ночью что будешь делать? Что буду делать? Сидеть буду, ковыряться, что-нибудь делать. Ой, ну, а что, мне не все равно, когда этим заниматься. Днем или ночью. Ну, у меня немножко спало. Вот этот мой ажиотаж. Я вот сколько украшений попеределала. Прям вот делала. Немножко спала. Сейчас мне хочется и другими вещами заниматься. Вот. Но опять же обидно, что не могу белый цемент купить. Очень хочется. Вот. Вот такие вот дела. Поболтали с ней. Приезжай, говорит, в любое время дня и ночи. Ой, я бы с удовольствием на красоту-то посмотреть. Ладно, мои девочки хорошие. Давайте.
Всем хорошего вечера, спокойной ночи. Не болейте, не грустите. Ждем настоящую весну, ждем тепло. Пусть у всех все будет хорошо. Ладно. Мне еще Маська домой не пришел. Поросенок носится где-то. Ой. Тишина. Теперь уже так редко, когда вот такая тишина. Потому что машины носятся. А тут прям надо же. Что-то так тихо-то. Даже странно. Ну ладно. Давайте, мои дорогие. Будет день, и будут новые дела. Ну, а пока всем пока!